Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ерохин сообщил, на данный момент полностью готовы 889 объектов, которые отвечают всем требованиям для размещения отдыхающих. И эта цифра должна увеличиться. Процедура классификации гостиниц и отелей продолжается. В подготовку к курортному сезону на своих территориях анапские здравницы вложили более 2,5 миллиардов рублей. Вводятся в эксплуатацию крупные объекты отдыха, которые должны стать новыми точками притяжения туристов. У нас вводятся 4 крупных новых объекта, 3 трехзвездочных, 1 четырехзвездочных. Также открывается интересный водно-развлекательный комплекс Бора-Бора. Открытие запланировано на 10 июня этого года. Ну, это объектов аналогичных у нас пока на территории не было, и я думаю, что он первые 5 лет будет служить как бы магнитом притяжения для наших гостей. В сезоне 2017 планируется увеличение благоустроенной пляжной территории. Работы по уборке пляжа, извлечению и вывозу водорослей будут проводиться в ночное время. Впервые этим летом будет использовано специализированное техническое средство для сбора водорослей – катамаран серии «Улан-Зет», оснащенный комплексом «Каскад». Мы не будем вытаскивать ее на берег. И мы надеемся, если эффект она покажет, потому что есть заявленные параметры изготовителя, уже произведена предоплата, это приобретается за счет средств здравниц. А здравницы участвуют, скидываются как бы средствами, уже предоплата произведена. В конце июня мы ждем это оборудование, которое будет покажет, насколько эффективно оно будет у нас работать. Также на совете были рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности отдыхающих и жителей Анапы в летний период. Силовиками разработано 73 маршрута патрулирования. Из них 43 автопатруля, 25 пеших и 6 стационарных маршрутов. Будет работать и группа скрытого патрулирования. В целях, значит, обеспечения безопасности на пляжах мы разработали и создали группу из 8 человек, которые будут работу проводить гражданки именно на центральных пляжах города, начиная от и заканчивая Витязева. Кроме этого, идет работа по установке камер видеонаблюдения на всех пляжах Анапы и включение их в систему «Безопасный город». Это позволит следить за пляжами в режиме реального времени и в случае возникновения внештатных ситуаций оперативно реагировать. Как рассказали докладчики, Анапа готова к приему отдыхающих. Все последние вопросы, связанные с отдыхом туристов, должны быть закрыты до 10 июня.